Должны ли отношения родителей и детей строиться на равенстве и партнерстве? Родители и дети, они не равны априори. У них не равна ответственность, у них не равны обязанности. Помните, как у Маяковского, да, в строчках «Кроха сын к отцу пришел» и спросила Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Так вот это вот разделение «хорошо» и «плохо» можно и нельзя. Это та граница, которая ребенку просто необходима. Как научить ребенка самостоятельности? Если ребенок выполняет что-то под ваши чуткие инструкции, вот, то это еще не значит, что он самостоятельный. Это еще не ответственность, не самостоятельность. Это значит, что он исполнительный. Вот. А вот как раз самостоятельность – это возможность сделать что-то без постороннего вмешательства. Почему дети начинают обманывать? Часто обман может быть связан с большим количеством запретов, ограничений у ребенка, когда у него просто нет возможности, да, реализовать желаемое, и тогда он идет вот на такую хитрость. Есть ли у него возможность реализовать свои желания, свои потребности? Может быть ли он там услышанным? Новый выпуск программы «Разговор по душам» во вторник, 4 июня в 18:15 на телеканале «Самара ГИС». В гостях программы детский психолог Дарья Неретина.